надо так жить. Вот, допустим, муж с работы приходит, вы открываете дверь и удивляетесь ему. И это будет нормальная жизнь, правильно. И муж тоже, он удивляется и как бы, ну, как будто первый раз жену видит. И Богу нравится в сердце, когда мы вот встречаемся правильно. И когда мы разлучаемся правильно, тоже нравится. Просто не надо из жизни делать вот это все, знаете, обывательское такое. Ну что, пришел кушать, садись. Хочешь флиртовать, пофлиртуй. Вот в тот момент, когда муж приходит, надо удивиться ему. Застыть. И счастье придет сразу, немедленно. Встреча — это важный момент жизни. Но когда женщина флиртует перед чужими мужчинами, то это тоже естественно для женщины, но это приносит ей проблемы потом. Именно поэтому и не надо этого делать. Не потому, что гады запретили, а потому что это приносит потом проблемы. Потому что когда ты с чужим мужчиной профлиртовала, ты потом приходишь домой, муж открывает дверь, и встречи не произошло. Потому что любовь — это настолько интимная энергия, она только в сфере очень близких и честных отношений.